Канье устроил очередное шоу на одном из бейсбольных стадионов в городе Сан-Франциско. Правда, это был не его концерт, а предложение руки и сердца его подружки Ким Кардашьян. Этот ответственный шаг был приурочен ко дню рождения голливудской дивы. То ли рэпер решил сэкономить и убить сразу двух зайцев, то ли посчитал, что предложение станет лучшим подарком для Кардашьян. Хотя о какой экономии может идти речь, если отныне пальчик его избранницы украшает 15-каратный бриллиант? Известно, что цена такого вот непростого украшения составляет $769 000. Как сообщаются, влюбленные и их родственники были доставлены в Сан-Франциско на частном самолете. Во время торжества играл оркестр из 50 человек, а после того, как Ким произнесла заветное «да», Канье решил спеть серенаду. Поженятся же рэпер и светская львица в самой романтичной столице мира – Париже. Напомним, для Кардашьян этот брак станет уже третьим по счету. А тем временем 31-летняя певица Келли Кларксон не стала замахиваться на стадион и сыграла свадьбу на ферме. Но, конечно, не простой, а на так называемой ферме-курорте. Избранником вокалистки стал продюсер по имени Брэндон Блэксток. Кларксон и Блэксток вместе около 2 лет. Познакомились они в 2006 году во время церемонии American Country Music Awards, где будущий муж певицы присутствовал в качестве менеджера. В декабре прошлого года 35-летний бойфренд сделал певице предложение. Еще тогда в интервью Кларксон говорила, что их свадьба будет тихим семейным праздником, как, впрочем, и получилось. It's enough for me, oh heavenly day, heavenly day.